Друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам текстурпак высокого разрешения для Майнкрафта Backstation. Как я сказал до этого, текстурпак и вправду высокого разрешения, и для него вам понадобится мощное Android устройство. И текстурпак очень красивый, друзья, и он изменяет целый ваш мир. Ну, давайте обратим внимание на травку. Травка стала очень красивой и детализированной. А также обратим внимание на деревья. Деревья выглядят вот так, а снаружи они просто очень классные, изменили нам даже солнце, но облака решили не трогать. Изменили и тоже цветы, друзья, они стали очень красивыми. Овечка, привет. Ну вот, мне не нравится, ты какая-то более контрастная, но здесь надо спавнился даже песчаный, друзья, колодец. Да, это просто очень красиво. И текстурпак придает такой средневековый стиль. Я могу его назвать так, но выглядит все очень безумно красиво. И здесь у нас бегают даже наши милые коровки, друзья. Ну это же, я не знаю, что можно сказать, это просто красивый мир Майнкрафта. А давайте также обратим внимание на жителей. Мы всегда обращаем внимание на жителей, это маленький вот и большой наш житель. Если честно, он похож на более реального человека. Да, дружок, с тобой уже можно поговорить. Также очень красиво детализированно начали выглядеть наши оружие труда, друзья, и всякие огнестрельные оружия. Нам изменили даже воду, она стала просто красивой и очень прозрачной. И изменили нам интерфейс в режиме креатива, а также в режиме выживания. Как видите, текстурпак довольно глобальный, и он очень-очень красивый. Но, конечно, имеются и некоторые баги, которые есть в каждом текстурпаке. Но это незначительно, и они не мешают насладиться таким прекрасным текстурпаком. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.